Тейлор, мы здесь! Не получается дверь открыть! У нас тоже! Похоже, заперто! Давайте все наляжем на ручку! И три, два, один! Тейлор? Профессор? Нашли что-то, что нам поможет? Ничего, что могло бы помочь. Но вот, глянь. Прикольный. Поверить не могу. Я видел этот брелок во сне. Это уже странно. Не только странно, но и важно. Знать бы, почему. Вы как? Супер. В чем дело, Джон? Да что с тобой? Мы видели, как суд приговорил двойника Анжелы к смерти за колдовство. Окей, что теперь? Мы уже проверили пару мест и ничего не нашли. Кроме кучи поводов обратиться за помощью к психиатру. Забудьте о том, что произошло. Если мы и найдем помощь, то только там. Правда? Забудьте, что произошло? Тут уже на окраине адская дичь творится. А вы предлагаете отправиться прямо в ее эпицентр? Может, мы лучше сначала разберемся, в чем причина всей этой херни? Надо узнать, что грозит этой женщине. Что произойдет с ней дальше? Идея неплохая. Но как мы сможем это узнать? Туда мы уже ходили. Возможно, ответ скрыт в одном из неизведанных направлений. Ну что ж. Это просто безумие. Мы понятия не имеем, во так, что влезаем. Так, что же это, бабуля? Ночка выдалась адская, но... А все к этому пацанчику клеится. Кто бы мог подумать? Под личиной ботана скрывался герой. А туман-то все сильнее. Дэниел, посмотрите на это. Что там? Вижу, вы скрывали от нас свое музыкальное прошлое. Что за... Как такое возможно? Молодая писательница погибшая, а? Да на вид не очень-то и молодая у нее скульптурка. Может, из-за тумана нас отправили в объезд? У нас не было шансов выбраться.
хрена не вижу. Боже! Вода черная. Не хочу к ней приближаться. Так, кто первый? Профессор, вы твердите, что вы главный, так что... Может, сначала стоит рассмотреть другие варианты? Ага. Конечно. Серьезно? Вот так вот, да? Я хочу перейти этот мост как можно быстрее. Но не так быстро. Кто-то должен быть первым. Давай, я сразу за тобой. А челик не захотел первый прыгать. И не все на него обиделись. Ясно, ясно. Такие себе студентики у вас. Медлить нельзя. В году 1692 мы собрались, дабы засвидетельствовать праведную казнь. Нет! Эми признана виновной в связях с дьяволом и будет утоплена как колдунья. Помолимся за упокой ее души. Я не делала дурного. Я не ведьма. Я не заслужила смерть. Молю тебя. Что происходит? Вы точь-в-точь Анжела. Твои слова мне не ясны, но молю. Помоги. Дьявол подле нас явился к своей слуге. Он освободит ее от цепей. Айзек, завершим же деяние поскорее. Воля суда должна быть исполнена, пока не поздно. Так, а вот Айзек, это не полицейский? Дьявол дает ей силы. Который вначале свяжите ее покрепче. Сюда. Вы не вправе. Айзек, я невинна. Исполни волю суда. Отправь ведьму к ее хозяину, покуда он не пришел поздно. За нами. Литл Хоуп не спасти, он погряз во тьме. Но в том повинно не колдовство или пришлые демоны, он гниет изнутри. Загадки тебя не спасут, женщина. То не загадки. У дьявола много обличий, кому как не тебе знать. В Литл Хоуп он скрылся под покровом невинности. Под личиной дитяти, обвинившей меня. Пока Мэри жива, Литл Хоуп не обрящет спасение. Вот твое зло, преподобный. Лишь вас самих. Айзек. Что там было? Ну же! Не знаю, как сказать, что я увидел. Дайте нам минуту, ладно? Мы пережили серьезное потрясение.
В смысле серьезная? Дайте минуту. Ладно, я первый. Ладно, вы двое, спускайтесь. Сейчас! Я вернусь за вами, Джон! Держитесь! Ну же, хватай мою руку! Подпрыгни и хватайся! Ладно, я верю тебе! Скреблась, а не за ним. Так что все правильно. Судьба Анжелы была на волоске. Ее чуть не постигла участь хуже смерти. В смерти нет ничего такого ужасного. Отлично! Пока обошлось без жертв, все могло обернуться иначе. Учитывая, как поднялись ставки, тот пистолет мог спасти кому-то жизнь. Не так ли? Или отнять ее? Эндрю лишнего не болтает. Разумно. Себя надо беречь. Так? Эндрю красавчик получается. И у так. У него есть интересные теории. Или вы поддерживаете теорию Дэниела, что все они мертвы? Вот смерть пришла, но сон мой не прервался. О, что за буря поднялась в душе! Мне снилось по безрадостной реке угрюмый лодочник. В стихах воспетый меня повлек в обитель вечной ночи. Думаю, это возможно. Может, водитель что-то прояснит? Вам, наверное, совершенно ничего не понятно. Двойники, призраки. Ведьмы, демоны и смерть. Что, скажите на милость, может связывать все эти души? Думаю, мы это выясним. Было бы неплохо, определенно. Я получил разрешение дать вам одну подсказку. Хотите? Ну давай, блин. Ну что ж... Мы с вами еще раз обратимся к Барду за тайным наставлением. Я встречал его. Да.
Все равно легче, походу, не станет. Я же встречаю всех. Акт пятый, сцена первая, в которой Клеомен умоляет Леонта простить себя за смерть Гермионы. Пора вам поступить как небо, которое простило вас. Забудьте то, что позабыли боги. Идите же, вам нужно продолжать, как бы ни было страшно. Стойте! Что это была за грёбаная хрень? Никогда такого не видела. Оно как выползло из кошмарного сна, видели? Страшный жуткий рот, мертвые пустые глаза. Главное, его больше нет. Я уже думала, оно меня схватит. Я чуть не сдохла. Ты напугалась до смерти. Мы тоже. Но нам удалось свалить оттуда. О, да. Слава богу, мы целы. Мы в безопасности. Скажите мне, что случилось с моим двойником на мосту. Нам сейчас надо думать о будущем, а не о том, что уже случилось. Вы двое что, дали обет молчания? Поняла, бережете мои хрупкие нервы. Кто-то видел, что случилось с Тейлор и Дэниелом? Они должны быть близко. Пойдемте уже. А это там что за прохромленный ковыряет сзади. Под этим камнем покоится Айзек Уоррелл, 43 года, умер 21 октября 1702 года. Реквенция импасы. Rest in peace. Айзек. Не тот ли Айзек, который на Ишимуру летал, а? Может, пойдем? Мне здесь не по себе. Карта тут была или не была? Не хватало тут застрять. Пойдемте уже. Да вернись ты назад, я же там все не пошнырил еще.
Пойдем подальше от этого моста. Я целиком за то, чтобы оказаться как можно дальше от этой мерзкой твари. Интересно. Уверен, Дэниелс Тейлор думает так же. Прячьтесь, живо! Ну, это же велосипедист, не? Мне кажется, лучше не лезть к нему. Не могу забыть последние слова женщины. Дабы изгнать беды из Литл Хоуп, девочку должно остановить. Она предупреждала вас или тех, кто был с ней? Я не понял. Ладно, пойдемте. Такой огромный кусок был карты. Я зайду и осмотрюсь. А вы тут как очутились? Как ты? Интересно, этот мутант нас сейчас преследует? Не думаю, что он идет за нами. С чего это ты взял? Нам с тобой нужно держаться рядом. Рядом, говоришь? Насколько рядом? Максимально рядом. Вот так? Чуть ближе. Еще ближе. Что там? Думаю, ничего. Я что-то слышала. Путь ведьмы. Это тропа нас туда ведет. Ну его нахрен, пойдем другой дорогой. Не думаю, что есть другая. Ну что, так и пошли, ты че уже очкуешь, Тейлор? Ничего, так маршрут. Я тут уже нагулялась. Карта, на которой обозначены основные достопримечательности в городе и вокруг него, образующие так называемую тропу ведьм. Очень, конечно, кстати. Мне интересно, кто нарисовал эту карту? Это в каком году? Эй, сюда! Посмотри на это! Эта тварь может быть еще здесь. Надо без проблем пройдете. Еще. Нет, мы от нее оторвались. Уверен. Черт! Иди первым, ладно? Ты весишь куда меньше. Давай лучше ты. Я ни за что не полезу на этот трухлявый мост. Иначе мы остальных не найдем. Выбора нет. Ладно. Я пойду вперед, а ты за мной. Если мост не рухнет. Отлично. Храброго паренька выбрала.
что это было. Ты видишь? Что за могила ведьмы? Считается, что этот камень отмечает место погребения первого человека, казненного во время судов над ведьмами в Литл Хоуп. Угу. Уходим отсюда. Хорошая достопримечательность. Дэниел! Уберите свои руки! Тише! Умоляю. Мэри! 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 Сюда, я здесь! Мэри, ты снова всего зла. Здесь. То есть та девочка — это зло? Я не понимаю. Моя дрожайшая Эмми провозгласила себе перед смертью, дабы покончить со злом. Должна остановить Мэри. Вы кто такой? Почему так похожи на Джона? У меня нет ответов. Может, я уже околдован ведьмой? Я нашла ее! Вот она! Отколи она у тебя? Я сама ее смастерила. Я возьму, дабы уберечь тебя. Домыслы и вероломство нашли приют в Литл Хоук. Мы все в опасности. Прошу, Табита, оставь ее мне! Надо определенно жестко, конечно, перемещаться между временными эти отрезками. Нет. Ни одного телефона. Ладно, похоже, мы и вправду здесь застряли. Их еще нет? Нет. Пока нет. Надеюсь, они в порядке. Я думал, мы быстрее найдем водителя. Куда он делся? Да что ты к нам привязалась? Мелкая сорванчуха. Она хочет, чтобы мы шли за ней. Да, пойдем за ней. Она явно тут замешан. Те две девочки. Одна из прошлого, а эта девочка из настоящего. Может, девочка, которую мы видим здесь, своего рода отражение девочки из 17 века? Да, но есть еще одна девочка. Не будем знать, Дэниела Стейлор? Если бы они шли в эту сторону, уже бы дошли. Которая была лет 30 назад или сколько там? Не отходите. Неизвестно, что там. Что за разброс такой, 17 век, типа, и спустя 300 лет? Эй, подождите! А ты вторая, та, которая сгорела в доме, она, ну... Ох! У-у-у. Ну, и гордость. Эй! Такая, как и ты. Вы тут? В принципе. Бабушка! Все тебя хотят забрать, а? Держу вас! Джон! Помогите мне! Куда? Все правильно.
Глубже и глубже спускайся. Пропала она в темной канализации. Может, таки надо было умертвить ее? Максимально быстро. Не отстает. Ты бы не могла идти на 3 шага быстрее. Еле-еле плетется. Смотри, рассматривает что-то. Би, Анджела. Анжела? Блять! Нет! Чем она такое заслужила? Да она бесила всех с самого начала. В смысле, чем? Пока Дэниел и Тейлор нас не найдут. Эй! Так, что там за музей такой? И вообще, что-то мешает открыть дверь. Зачем вы за ней пошли? Помогите толкнуть. Она же явно в ловушку ведет. Это место напоминает какой-то музей. Она здесь? Спокойно. Мне не по себе. Соберитесь. Мы не допустим, чтобы кто-то повторил судьбу Анжелы. Вы уверены? Я сделаю все возможное, чтобы защитить нас. Вы же даже не проверили, блядь, что с ней произошло. Сразу найдем остальных. Могли бы и спуститься за ней. Засранцы, а? Почему девочка ходит одна? Это странно. Может, она связана с Мэри? Должно быть. Но пока непонятно, как именно. Студы над ведьмами. Я уже видел такую книжку. Ордер на конфискацию. Си ордер выдан Советом городского управления 7 дня месяца января в году 1692. Властью тебе велено две запашки земли до западной реки и зеленого холма. Все жилища на сей земле надлежат освободить. Весь домашний скот будут изъяты по старому договору. Тем будут уплачены все затраты Англии на сумму 20 фунтов, 7 шиллингов и 6 пенсов. И завершатся все между семействами. Дозволено обжаловать все ордер, но уверенно предстать перед советом городского управления 7 дней. Эдвард Роузвелл. Пытка камнями. Что могло быть более приятным времяпровождением? Здорово, Пуритане. Фонарик какой-то управляемый. Кто-то тут явно из вас подвижется, да?
Отличный музей, я так считаю. Так, ну эта дверь тоже, по идее, закрыта. Учитывая то, что Джон ушел. Очередной раз. Знакомое лицо. Это же Эмми. Стоп, стоп, стоп. Эмми Ламберт. Первая из осужденных, да? Полное ощущение, что мы там были. Эмми была обвинена в колдовстве девочкой Мэри Милтон, которая заявила, что видела ту, летящую на ивовой ветке. Когда в суде возразили, что Эмми видела за много миль от этого места, Мэри сказала: «Я глядела, как ее губы шепчут заклятие», и признала ее за демона в обличии Эмми. Пастор Карвер назвал это в своих записях призрачным свидетельством. Максимально призрачное свидетельство. Суд над Эмми Карвер. В этом был весь смысл суда. Я люди, Мэри которые Милтон. Сговорились с дьяволом. Да. И девочка Мэри всех заложила. Похоже, ее мы и видели. Признаю истинность увиденной мной греховности. Перед днем субботним госпожа Эмми подлиясня толковала с черным Самуэлем, духом в облике собаки, говорящей человеческим голосом. Затем она трижды провернулась и изъявила согласие служить духу и приводить ему деревенских детей. Затем она смастерила куколку и наложила на нее заклятие, дабы проклянуть тех, кто супротив нее выступит. Сии и прочие темные деяния видели мои очи. Саймон Карвер. Что-то там, короче, с этим Саймоном тоже явно было нечисто. Данная кукла, предположительно, изначально принадлежала... Эй, взгляните! Ребенку конца 17-го столетия. Я это уже видел. Где? На дороге, возле того задрипанного бара. Мы с Анжелой увидели ее и подняли. Как раз перед тем, как Мэри напугала нас первый раз. Занятно. Может, она привела нас? Хотела это показать? Давайте рассмотрим. Потрогайте, давайте. Какого черта, профессор? Есть великое множество историй о том, как духи вселяются в предметы. Да, в кино. Аккуратней, ладно? Что если дух Мэри все еще живет здесь? Сожжем ее, и, быть может, на этом все закончится. Окей. Плохое решение. Согласен. Но, конечно. Давайте. Почему бы не сжечь куколку? А заодно и весь музей к херам сожгите. Если честно,
Я не уверен. Так, а что тут на углу блестело? Посмотри ты сюда, а? Андрю. Честно, готова к транспортировке, так никто никуда не отправил, да? Окно зачем заклеивать? Ах уж. Подозрительные заразники. Пойдем. Кажется, все. О, здесь выход. Куда делась девочка? Привела нас сюда и растворилась? Может, этого она и хотела? Привела нас к кукле и готова. Не уверен в этом. Почти разрядился. Все равно сигнала нет. Ты слышала? Может, что-то слышала. Не уверена. Народ! Профессор! Это вы там? Может, пойдем отсюда? Где остальных носит? Может, тоже заблудились? Чем там? Думаешь, они ищут нас? Наверное. Анджела уж точно не бросится меня искать. 100 пудов. Она, конечно, не подарок, но не настолько. Ты точно уверен? Да. Я ее давно знаю. Дольше, чем всех вас. Жизнь у Анджелы не сахар. Но сердце у нее доброе. Может. Ну эй, ладно, может и не зря я спас пока Анжелу эту. Это ее защитная реакция на всех по нити. Смотрим, что будет дальше. Так, спорим, никого нет дома? Нет уж, без меня. Но первое здание за долгое время. Найдем вход? Прям как ты смог найти вход в тот магазин, что ли? Ты что, еще и взломщик? Нет. Я им в прошлой жизни был. Да, эти явно так бы далеко бы не зашли, да не выжили, раз у них проблемы с проникновением в дом. Берешь. Подходишь, ногой open upишь. Все отлично.
Эй, Тейлор, посмотри. На что именно? Думаю, посетителей давно не было. О, да. С тебя 10 баксов. Хрена лысого, я с тобой не спорила. Хорошо. Открыто. Я его подниму без проблем. Поднял бы или сначала? Мы, конечно, можем поспорить, кто пойдет первым. Но результат же очевиден. Ага. Отлично. Что за... Тише, здоровяк. Не бей страшную куклу. Смешно. Залезай давай. Давай, сюда. А они вот прям как музей. Живые. Ну и жуть. Что там? Я там что-то видела. Тебе показалось. Там нет нихера. Да не ты иди. Куда идешь? Ты, блядь, ты чё? Ты уверена в этом? Нет. Правильно, засунь туда руку, проверь. Хорошо ли держала? Бум! У-ху-ху! А нахуя ты ее потерял? В трех комнатах. Ты где? Вот а нахера ты ее потерял? Она как бы ж сюда шла. Так, стоп. Ну, через эту дверь. Эти зашли, правильно? Тейлор! Ты как? Что происходит? Только выбивай двери, чё ты тупишь? Блин, давай же! Ну вообще, я сейчас чё, блядь, продавил? Что такое? Там голоса! Или чё он пытался с ним сделать, блядь? Видела, и она меня тоже. Странно одета, странно говорит. Какого хера? Прости, что я не был рядом. Женщину ту, похожую на меня, уволокли как какую-то преступницу. Черт. Идем отсюда. Согласен. Ты прекрасный нож. Здесь ты никого из своих друзей я не нашел зарежешь. Нож. Может, это и был нож, когда динозавры были живы. Может, возьмем? На, возьми. Зачем? Для самозащиты.
Придурок. А, может, ладно, возьмем? Если на возьми. А зачем, блядь? А я еблан. Нихуя не поймаю, нашел нож, нахуй нужен. Походу, блядь, в зубах ковыряться или что там, в ногтях. А зачем? Здесь что-то недавно сгорело. А твои да, мозги, чувствую. Блядь. Класс. Вдобавок ко всему прочему, тут где-то еще и... Пироман, блядь. Рыли? Кстати, а где куколка эта? Эй, посмотри. Данная кукла предположительно принадлежала ребенку в конце 17 века. Жуть. Погоди, я поняла. Пропавшая кукла – это та, что была у девчонки. Думаешь? Как странно. Это странно? Да тут все как из фильма ужасов. Не хочу тут быть и минуты лишней. Поддерживаю. Тут ты явно ничего не оставил, в принципе. Я так думаю, тут же тоже ничего не поменялось. Идем, нам туда. Профессора-то вы где потеряли? Вот и вы. Теперь вы начали хоть что-то понимать? Ну, да, конечно, стало все, бля, ясно. Чем бы она ни была, продолжай преследовать Анжелу. Неустанно. Надеюсь, Анжела в порядке. К тому же, раз детская игрушка сгорела, значит, все в безопасности. Так? Наши друзья отыскали еще одно орудие смерти. Это хорошо. Давайте я помогу. Чуть-чуть подскажу вам. Да? Без подсказки? Вы полагаете, что сами во всем разберетесь? Ставки намного выше, чем жизнь или смерть. Надеюсь, вы правы. Вот мудрые слова одного великого ирландского драматурга, которого я повстречал в Париже. Точно. Не торопись осуждать. У святого есть прошлое, у грешника же будущее. Она лишь дитя. Так что поговорим позже. Гляди, нам повезло. Вот дорога. Остальные должны быть рядом. Надеюсь. А то нам сегодня ни хера не везет.
женщина, похожая на меня. Что такого страшного она сделала? Это хреновый знак. Но ты в безопасности. Я же с тобой. Так. Значит, проткнутый. Следует за пацанчиком этим. Угу. Так, Мэри. Мэри Алилайн. Или Мэри Алайн. Ну, Мэри, возможно, это ее и выкрали. Так, вот Айзек погибший. Отобиту похитили? Никаких слов от обиде. Здесь даже жила... для писателя здесь нет хэппи-энда. Похоже на то. Многообещающая молодая писательница Тири Джонсон, известная своим готическим романом «Путь несвободных» 1856 года. Тири умерла при загадочных обстоятельствах. Ее тело было обнаружено дома в июне 58-го. Туризм в Литл Хоуп. Это личный туризм. Что, куда все тогда делись? Тогда. Где все, а? Почему-то только один велосипедист, владелец бара, и все. Больше никто не хочет появляться. Если я смогу помириться с Анжелой. Столько странного дерьма сегодня произошло. Офис туризма Little Hope. Интересненько. Отличный туризм в вашем городочке. Ты официальное давление реализация залога принадлежит банку. Вот запрещен. Весьма неудивительно. Откуда этот голос? Нет никакого не голоса знаю. Тут. Что вы мне тут рассказываете? А хули ты фонариком с телефона светишь, если он у тебя уже разрядился почти? То есть тут у всех лошпиндеров... У меня в детстве на заднем дворе были такие качели. Есть фонари,
Но ты при этом светишь телефоном. Угу. Не может быть. Подойди сюда. Это мои качели из моего детства. Невозможно. Я знаю этот рисунок. Это я нарисовала. Качели. Здесь, видишь? Нет. Эй, тише, не психуй, ладно? Да нет же, ты не понимаешь. Видишь звезды? Я их тут нарисовала вместе с отцом. Когда мне было 10 лет. Уверена? Да, блин, уверена, это мои качели. Откуда они здесь? Я тебе верю, но... Что это значит? Мне ни один вариант не нравится, абсолютно. Эй, эй, посмотри на меня! Мы справимся, слышишь? Вместе, слышишь? Все, она замерла. Замерла. О, кстати. А может и нет. Может, копьем проткнули? Бля, ну вот она и Табиту, кстати, да, сюда засунула, значит, да. That is your only hope of salvation. Listen to me. I have committed no sin. The puppet I am condemned for is a child's plaything, nothing more. I swear it. I will not be deceived. I see the evil in you. My duty is to cleanse our town of your sickness. There is no other way. You must hang. Петлю ее. Господь всемогущий, для меня дождь со сестры нашей Табиты, что дьявол взял с пути и распорядился ею. А вот это бита, значит понятно, почему ее... И не туда, и не сюда. Сам спросил, сам узнал. Женщина только что. Это была я. Да, ты Табита. Я следующая. Но ты в безопасности. Я же с тобой. Спасибо. Так, значит, все-таки ведь проткнутый челик или проткнутая она? Мы показываем им, как потом проткнули. Ну да, наверное. Ну, судя по тому, что вы видите в прошлом, что мне подсказывает, что церковь ведь не самое безопасное место в этом городочке-то, а? Учитывая, что всех остальных... вешали, бросали в воду прямо с церкви. Киса. Здорово, киса. Нас киса в пуде. Нас точно преследуют. Эй, вали отсюда! Не приближайся, ясно? Вы охуели, блядь? Блядь, что это такое? Ну охуели грубить, блядь, такой хуйни. Ну, я думаю, бежать, блядь, сюда лучший вариант, бежим! Чем прятаться. В такой-то, блядь, ситуации. А, ты подругу свою проебал? Я понял. Ну ты, бля. Алло, блядь, Дэниел, остановись. Сука, даже руку ей не дал, я понял. Ой, блядь, ой-ой-ой. Помочь, блядь, помочь, сука. Ты чё? Скорей!
помоги ей еще. Что есть тут табита летающая, блядь? Бля, ладно, я понял, надо прятаться, блядь. Это что-то... Она все чейзит и чейзит, зараза такая. Шевелись, ну! Слышали? Это Тейлор? Тейлор! Это вы там! Скорей к церкви! Бегом! Эй! Одна из этих тварей у нас на хвосте! Внутрь! Живо! Ну же, скорее! Эй! Бегите! Давай внутрь! Вы что там делаете? Не, пожалуй, застрелять я не буду. Никого. Заходите. Эй! Знаю я, блядь, эти игры. Где Анжела? Не выбрал. Стреляй, стреляй. Это Анжела, пойди, потом еще будет. Да ладно. Если эта тварь сейчас ворвется сюда, мы к ней присоединимся. Блядь. Найдите входы и выходы. Все заблокируйте. Черт. Давайте, здесь нужна баррикада. Эй! Эй! А чё вы винта-то оставили? Что этот старый дурак там до сих пор делает? Ну ладно. Он идет за нами, но зачем? Неважно, ему нельзя доверять. Я знаю, что ты там! Проклятье! Зачем было в него целиться? Так теперь я же он приманит эту тварь прямо не в него целился. Он не понимает, в какой мы жопе. Да что за хрень там творится? Вам нужно уходить отсюда! Скорей, пока не поздно! Убирайтесь отсюда! Уйду, когда гляну тебе в глаза! Впусти меня! А вдруг он поможет? Это очень плохая идея. Ну да, ну как и подпирать дверью перед лицом. Что тут вообще происходит? Ну, старичка. На нас что-то напало. Это было существо из фильма ужасов или ночных кошмаров. Что за херню ты несешь, а? Ты головой ударился? Очнитесь! Вам блядь, что, жить надоело? Блядь, да я нет. Да иди ты в жопу! Вы тот еще тип, вы в курсе? Ну это уже перебор. Идите и не возвращайтесь! Никакой блядь, помощи там нет! Не очень конструктивный диалог получился. Я вообще-то промазал там. Получается. Бля. А если... Ну я же не хотел с Винсом ссориться, правильно? Не надеюсь... Очнитесь! Вам что, жить надоело? Чё? Да иди... Да ты, сука, а? Я не хочу целый эпизод начала переигрывать из-за этого Винса, конечно. Но всё же...
Так, 70%. У меня есть ли выбор сцены? Заменить новая ячейка. О, отлично, прям вообще превосходненько. Не выбралась. Мы не могли помочь. Не могло. Да ладно. Если эта тварь сейчас ворвется сюда, мы к ней присоединимся. Найдите входы и выходы, все заблокируйте. Черт! Давайте, здесь нужна баррикада. Ну же. Эй! Что этот старый дурак там до сих пор делает? Я знаю, что ты там! Проклятье! Зачем было в него целиться? Теперь он приманит эту тварь прямо сюда! Он не понимает, в какой мы жопе. Да что за хрень там творится? Вам нужно уходить отсюда! Скорее, пока не поздно! Убирайтесь отсюда! Уйду, когда гляну тебе в глаза! Впусти меня! А вдруг он поможет? Это очень плохая идея. Что тут вообще происходит? Помогите нам выбраться. Мы потеряли друзей и просто хотим домой. Ясно, я понял. Найду помощь. Пустая трата времени. Не, ну так как бы там... Как будто получше. Непонятно, конечно, насколько. Но всякое лучше, чем старика. По-вашему, не говорить про пистолет было умно? Извините, профессор. Зря я не рассказал вам. Я прошу довериться мне сейчас, окей? Профессор! Эндрю! Это я. Следующий. Священник, падре, как его? Обвинял моего двойника. Дело серьезно. Опять суд? Пока нет. Но все шло именно к тому. А девочка? Мэри? Да. Она там была. Видимо, сожжение странной куклы не сработало. Тут безопасно? Нашли другие входы? Извините, я не проверил. Эта тварь все еще здесь. Смотрите, там! Надо идти за ней. Кем бы она ни была, все происходящее связано с ней. А если так, то что? Если мы остановим ее, возможно, это позволит спасти наших двойников. Ладно. Посторожите дверь, вдруг оно вернется. Малая. Да, конечно. Тут? Она тут. Ты же видишь ее прекрасно. Так, ладно. Малая, возможно, тоже.
ни в чем не виновата. Но как мы можем узнать это сейчас? Абсолютно никак. Мне тяжко молвить сие, но твоя казнь убережет нас всех. Спасет целый город. Пощади его, молю тебя. Тебе трудно, дитя. Но позже ты уразумеешь и вас... Покинь сие место, Мэри. Мольбы его не тронут. Ты не должна узреть мою кончину. Кто приглядит за мной, ежели не ты? Судья Вайман поручил то Аврааму. Он твой опекун. Да, однако очень смешно звучит. Как бы не было тупо. Перед высшим судом. Твой час настал. Нет! Но я максимально уверен, что... Мэри бы не должна была увидеть его кончину. Узри же! Кого ты молила пощадить? Он более не от мира сего. Лишь демоны да проклятые могут так противиться. Ну, кстати, да, в прошлый раз он тоже нахоронился на штыки. Один в один, кстати. Он был здесь. Я держал его. Он был там. Я не спас его. Жаль, что тебе пришлось это увидеть. Мне было очень тяжело. Суды над ведьмами! Они ненормальные! Парня убили ни за что! Согласна, это полная жесть. Видна система. Анжела была убита после казни своего двойника. Тейлор же едва удалось спастись. Увидишь смерть двойника? Ты следующий. Очень обнадеживает. Спасибо. Вообще... Лучше знать заранее, что тебя ждет. Анжела... Не умерла же еще, хули ты это? Вон оно! То, что нас преследует! Скорей! Оно не вас преследует, оно тебя как бы хочет. Что нам делать с тварью снаружи? Тихо. Слушайте. Вон там. Оно снаружи, пока что. А что, если оно решит напасть на нас? Возможно, в церкви мы будем в безопасности. А вы не Почему? Пробовали до рассвета подождать? Святое место? По идее, оно не сможет войти. Правда? Войти? Что, прям как долбанный вампир? По крайней мере, это крепкое здание. Он прав. Тут безопасней. Остаемся. Пожалуй, остаться здесь звучит логично, да? Думаешь, так будет лучше? Остаемся тут. Выбора нет. Окей. Может, вы правы. Может, оно устанет и свалит. Нам больше некуда идти. Это пиздец, а не место. Этот священник — копия стрёмного проповедника. Точно. Может, это он и есть? А где тогда он тоже? Где он сам?
Прямо там такой огромный кусок с подсказками просрал, походу, на том кладбище. А закрывать дверь или не закрывать дверь? Теперь бы надо было бы понять бы. И с кем он? По идее, с Тейлор. С тобой? Ну да. У этого-то красная. Рыбащика. А куда они на крышу поднимались? Ну, на колокольню. Я что-то не понял. Разделенная душа. Посланники Евреям 4.12 сказано. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа. Обычно слово «душа» и «дух» для нас взаимозаменяемые. Это важные составляющие нашего существа, которые не видны глазу. Однако в Библии эти понятия разделены. Дух – это наша жизненная сила. Это та часть нас, которая стала чистой благодаря жертве Христа. Душа же – это то, что делает вас уникальными, ваша личность, ваши мысли и отношения. Дух и душа могут казаться единой сущностью, но Бог и сатана способны отделить чистый дух от зачастую несовершенной души. Эта двойственность есть ключ к пониманию Священного Писания. Между духом и душой существует разрыв. Наш дух чист, взирая на нас, Бог видит невинность. На нашей душе, сомнением в нашем сердце, следует напоминать о том, каков есть наш дух. Ей необходимо очищение, лишь изоляция и жертвенность позволят нам соблюсти чистоту. Преподобный Карсон. И что тут написано? Бросил вас, получается. Возможно, да. Их этого вроде много. Пастора определенно. Шикарно. Слышите? Пастор Литл Хоуп. Лазар Бёрджес. Саймон Карвер. О, он в 92-м и умер. Интересно. Так себе. Джон Фен, Эдмунд Серти, Соломон Темпл, Уильям Фокс, Джон Кейпл, Джон какой-то там, Николас, Эндрю, Джозеф, Том Рид, Ворд. Это за доктор Ричард Брэдшоу. Пастор. Доктор Ричард Брэдшоу. Это не это. Случайно. Не доктор странный. Мистер доктор. Так. Саймон Карвер и Леонард Карсон. Почему-то эти два имени выделены. А точнее зачеркнуты.
Ну, допустим, Карвер и Карсон. Родственники. Родственнички. Фига себе. Это же тот проповедник, которого мы везде видим. Приходской вестник 71 года, епархия Pleasant River. В последнее время родители все чаще выражают обеспокоенность пропагандой оккультизма среди подростков через тексты популярных песен, продажу с виду безобидных досок для спиритических сеансов и фильмы, прославляющие сатанизм. Little Hope сталкивается с этой напастью не в первый раз. Недавно в доме приходского священника были обнаружены спрятанные под плитами рукописи 17 века. Листы написаны странными каракулями, в которых зашифрованы заговоры и заклинания. Говорят, что служивший в то время в городе священник увлекался магией и демонологией. Это были темные времена для поселенцев. Времена меняются, но сатана не дремлет. Сегодня духовенство активно борется с оккультизмом и вряд ли поддастся невежеству и заблуждениям. Но родители должны понимать, что подобные вещи привлекают молодежь, особенно бунтарски настроенную. Опасность возникает, когда у них появляются вредные привычки, такие как курение, марихуаны, а вслед за ним увлечение оккультизмом и непослушание Богу. Родители должны сохранять бдительность и при возникновении тревожных сигналов обращаться к церкви и Богу. Ну, конечно, да. Курение марихуаны напрямую связано с неповиновением детей Богу. Прикольно придумали. Причем там не употребление каких-либо наркотиков и алкоголя, а марихуана. Даже не грибы. Марихуана плохо. Опа-па! Что там за копье молотит? Прячьтесь! Живо! Так бежим или прячемся? О, это же эти штыри, которыми он проснется. Это не копья. Будем противостоять, блядь. Никто никуда не бежит. Бежит, Даниэл! Ножом ударил, но я не хотел как бы никого бить ножом. Ну, будем надеяться, что это все-таки не Анджела была. А теперь у Анджела все меньше и меньше шансов выжить. Мы команда. Надо действовать быстро. Подождите, надо успокоиться. Что, блядь, Тейлор в беде? Даниэл! Тейлор! Это ты? Ни хрена не вижу.
А зачем остановилась? Это ты? Я здесь. Тейлор! Как же я рад вас видеть. Вы живы. Мы пока как, еще не спаслись. Какая слабая возможность. А, могла бы и налево пойти и не сбежать. Так, ну, подозреваю, что тут осталось всего несколько вариантов. Значит, уже почти конец. А я не нашел такое количество подсказок. Ну, наверное, вот этот отрезок. Тут был как раз... в том месте. Где я за Энджелу все провтычил, и походу Энджела погибнет. Дайте отдохнуть. Все-таки. Не останавливайтесь! Идем! Постой! Он устал! Хрена с два! Это на нас охотится! Не на вас! Надо идти! Все в опасности. Не только вы. Ладно. Что будем делать? Я не знаю. Надо немного отдохнуть. Вы спите? Ничего себе. Если бы. После такого адского денька я вряд ли засну. Хотя сил вообще нет. Есть идеи, как отсюда выбраться? Так. Уже понятно, что помощь не придет. Мы сами по себе. Похоже на то. Нам надо остановить Мэри. Это наш единственный шанс. Найти Мэри, остановить ее – это хороший план, окей? А вторая девочка, которая от нас убегает? Она как-то связана с Мэри. Может быть, она пытается нас куда-то привести? Куда? Не знаю. Может, туда, где мы положим этому конец? Все слишком неопределенно. Кажется, от нас уже ничего не зависит. Мэри в центре всего происходящего. Этих судов и страшных казней. Я даже не уверен, реальна ли она. Как мы ее остановим? Слишком поздно дергаться. Все, конец. Попытаемся. Мэри, не факт, ради что сама зло, поэтому... И ради себя. Мэри, ключ ко всему. Я уверен. Потому что вообще не уверен, да, что тут происходит.
Она же ребенок, мы не можем взять ее. Послушайте, когда встретим ее, сделаем все необходимое. Что там? Пс-пс. Но нет, тварь пришла меня прикончить. Нельзя стрелять. Оно нас заметит. Уберите это. Оно и так уже здесь. Не надо никого стрелять. Анжелка. А ну убери эту штуку от меня подальше. Подальше от Анжелки, а? Боже. Я думал, больше вас не увижу. Я был уверен, что вы погибли. Мы думали. А ведь мог бы и сейчас ее пристрелить. Как хорошо, что вы живы. Хватит. Вы меня засмущали. Но спасибо. А ты молоток. Да уж. Железная леди. Вся группа снова в сборе. Всех отыскали. Молодцы. Ну, не совсем. Они нас нашли. Сейчас на первом месте ваша безопасность. Идем. Когда вы исчезли, мы встретили других монстров. То, что гналось за мной, было омерзительно. А вы говорите, что их много? Откуда они взялись? Как вы без очков? Ничего? Определенно. Многое здесь лучше не видеть. Очки потеряли, но чувство юмора на месте. Хорошо. Что это? Слышу. Явно где-то рядом. Идем скорее. Помогу спуститься. Сейчас прилетит какое-нибудь копейцо. Стойте! Эндрю, подождите! Бля, нихуя они опять бросили старичков-то, а? Профессор! Анжела, вы где? Дэниел! Тейлор! Ребят! Как тараканы рассыпнулись в сторону, да, напетляли опять? Так, надо помочь этому сначала. Держись! Надо ему помочь! Слушай, в прошлый раз именно... Именно от этого он чуть и не погиб. Ладно, в этом стрельну. Это прям, сука, агрессивно настроен. Тейлор!
Нормально. Три патрона было. Один остался. Мы здесь! Считай, Эндрю, короче, всех спас. Неплохо. Хрен его знает, как мы выбрались живыми. Рано радуешься. Мы все еще в полной жопе. И сраные мутанты еще рядом. Надо уходить. Надо срочно сваливать! Значит, хорошо, что я не стрелял все три раза. Лучше победить себя, те два предыдущих раза, чем выиграть тысячи сражений. Тогда победа твоя, и ее не отнимут. Ни ангелы, ни демоны, ни рай, ни ад. Вы, может, уже кое о чем догадались? Что все и вся может оказаться не тем, чем кажется. Три казни, три терзаемых создания и ни одной погибшей души. Прекрасно справляетесь. Так держать. Как полагаете, что прячется за углом, скрытое в тумане? Что-то злое к нам спешит. Так, ну, пожалуй, на сегодня этого хватит.